Всем привет! А что мы сегодня будем делать? Это что, Лукас? Домик для птичек. Домик для птичек. Такой красивый, красочный. Покажи, там краски с собой положены. И досочки, да? Фанера. Давай откроем, посмотрим, что там в комплекте. Ну, давайте, доставайте, что там в коробочке. Так. Все достали? Больше нет ничего в коробочке? Инструкция, да, как собирать скворечник. Вот такой вот домик получится у нас для птичек. Только как мы будем, мама? Надо начинать с цифры 1. Вот Элиас уже все достал. Там я есть краски. Да, ну мы будем точно по инструкции смотреть, да? Не будем торопиться. Так, давайте сейчас прочитаем, что надо сначала покрасить или собрать. Доставайте вместе. Это краски ты сейчас достаешь. Тут вот есть клей, потом нужно даже склеивать, да? Мы уже посмотрели по инструкции. Но вначале нужно и правда покрасить. А потом уже собирать, и вот показано, указано, какие стороны нужно склеивать. И как получится вот такой вот домик, да? С помощью клея, и вот еще веревочка потом, веревочкой прикрепить. Потихонечку. Одна кисточка, я дам другую, не переживай. Краски подготовлены. И потихонечку начинайте красить. Да, каждый берет какую-то свою. Нет! Что ты будешь красить? Возьми другую. Мы все распределили. Да, это крыша получается, да? Вот, крыша будет. Угу. И крыша будет вот так вот идти боком, да, получается? Угу. Да, бери дополнительно краски. Угу, молодцы. У тебя белый получается. Это у тебя вход как раз, да? Да, это у тебя передняя панель. Вход. Давай там пути-пути сюрти. Ничего страшного, мы потом вытрем. Там стенка. Да, ничего страшного. Это хорошо. Да. Тормозка. У нас еда есть для птичек, чтобы поставить? Да. А давай какой-то синий. Угу, давай. Я такую. Я готовила синий. Такую. Я сонечка. Хорошо. Ничего страшного. Когда у меня секундик. Мам, да. Мне надо помыть? Я капитальна, мама. Да, помой водички. Я поставила водичку. Угу, помой водички. Бери. Да. Хорошо, помой. Наверное, еще салфеточку дам, чтобы ты мог высушивать. Нет, ну теперь вытру. Не получается. Аккуратненько. Не получается. Наверное. Ой, как ты много взял краски. Теперь хорошо-хорошо ее распределяй. Не торопитесь. Потихонечку, да? У тебя полосатая крыша получится. Ну, Кась, надо тусить так, как я тебя. Угу, все, аккуратненько распределяйте. Да. Ну, все хорошо. Я все все. Да. Получайтесь. Мама, подожди, это хорошо? Да, мне нравится. Там немножко смешались краски, но красиво получилось. И синий путь. Еще синего у тебя там не хватает, да? Вау! Вау! Красота. Да, это пускай пока сохнет. Потому что мы сможем собрать только когда все высохнет. Эта краска высохнет. Вот, и здесь вот есть клей, чтобы склеивать. Только не понравилось.
ничего страшного. Можно смешать. Можно смешать. Какие краски нужно смешать, чтобы получился оранжевый? Черный и красный. Правильно. А черный? А черный-то зачем? Чтобы получился коричневый. Коричневый? А ты же... Там коричневый, кстати, есть. Ты сказал оранжевый. Для оранжевого нужно только желтый и красный, как правильно вы сказали. У тебя одна сторона крыши готова, да? Сейчас на туалетке краски. Которая у тебя ест. Да, можно. И у тебя уже готово тоже. Я хочу, мама. Я хочу, мама. Я не хочу использовать эти краски. Нет, бери эти краски. Если уже кончатся, тогда, да. Лукас, оставь на тазь. Вот такую тазь. Угу. У тебя готова уже передняя и задняя. У меня кисель. Да, у тебя крыша. Не запирай то. Да, пускай Элиас раскрасит. Это боковые стороны, да? Красота. У меня? И у тебя тоже. У вас. И у Элиаса, и у тебя. Вы же стараетесь. Вы любите птичек? Одна сторона уже готова. Уже готова, да. Бери вторую тогда. А птичек мне нужен такой. Если сшивать. Получается там? Ой, как много. Будет такой уже, смотри, он уже весь смешанный краски, да? Посмотри, уже не надо даже и смешивать, они уже у вас смешаны. Я хотел просто желтый. Просто желтый хотел. Ну вот теперь будет такой. А куда бы я использовал? Серо-буро-буро-малиновый получился. Не нужен. Просто желтый, ну да. Ты тоже иногда смешиваешь. Ну да, у тебя тоже. Потому что водичку тоже надо поменять. Водичка тоже уже оставила свои краски. Посмотрите, как красиво у меня получилось. Очень красиво у тебя получилось. Хитрый, да? Да, это будет дно. Дно. Вот это вот, да. Днище. Да? Днищу. Да, в самом низу, которая пол, так скажем, для птичек пол. Мы это вот то, что вы покрасите, мы оставим это снаружи. А внутри у нас будет просто досочки, да? Да, все, теперь ты жди просто, давай мне... Да, положи туда. Угу, положи туда кисточку, она тебе больше не понадобится. Ой, как много. Угу. Так, у тебя пальчики испачканы в краске, так что можешь спокойно держать. Ничего страшного. Потому что я тесу. Да, держишь, чтобы не убежала от тебя, да? Мы тоже тут. Да, тоже чуть-чуть испачкались. Ничего страшного. Вот еще Илья захотел себе для раскрашивания, да? Ну это прям... И даже он взял лапу для раскраски. Он потом будет делать красивые цветочки. Все, готово? Смотри, сколько у нас сделано. Да, вот, все, один, все, два, все. Один, два, три, четыре, пять, шесть. А давай я еще нарисую одну сторону. Все? Все а стороны? Нет, не надо рисовать. Все стороны уже? А, нет, эту не надо, зайчка. Туда... Не кричи, Лука, зачем ты кричишь? Мы ее не будем, потому что туда будут птички вставать ножками, чтобы у них потом никакой болезни не было, хорошо? Не надо зайка пачкать. Пускай... Да, она будет зайка чистая, чтобы птички туда вставали, да? Не надо ее трогать, хорошо? Будем уже собирать до конца. Все досочки высохли. И мы будем потрясать, и мы будем запилать на кормушку. Да, нашу кормушку до конца для птичек. Так, нам понадобится клей и самое главное правильные стороны склеить. И тогда получится
кормушка. Мармелада. Задела. Так. Мармелада. Сейчас проверим. И какого-нибудь. Так, попробуем смазать клеем. Правильно, да, если я так поставлю? Ой, какой клей. Только оно не держится, надо держать. Вот сейчас. Придется так держать. Так, он хорошо держится, оказывается. В другую сторону точно так же наносим. Правильно, да? Я потом вот так его поставлю. И так вот. Было. И теперь мы ее точно так же поставим. Вот так. А здесь туда ленку. Угу. Так, подождите. Какое-то время надо подержать обязательно. Обойдет. Не только один. Да, все правильно. И теперь подождем, пока застынет клей. Теперь мы поставили наш домик. Теперь посмотрим. Смажем клеем для крыши. Вот так вот. Я думала, что так еще. Да. Так крышу. Тихонечко. Для крыши смажем аккуратненько. В дождик, да, чтобы они тоже могли там кушать. И еда никуда не растворилась. Да? Еще любую погоду. Да, и не промокла. Не промокла. Так. И сюда точно так же мама попробует нанести. Первый раз мы делаем. Первый раз мы такое делаем, конечно. Кто-то делал раньше кормушки? Нет. Вот я сейчас из молока сохрани молоко, чтобы из молока из бутылки молока стила на эту кормушку. Уже полюбовно сделать. Все, да? Больше никуда не надо. Стул. Я буду сидеть. Угу, молодцы. А какой я сюда? Вот такая кормушка для птичек у нас получилась. Такая яркая, красивая. Детки старались, ее раскрашивали. Мы уже ниточку прикрепили. Такая она вот со всех сторон вот так вот выглядит. Будем сюда ложить еду для птичек. Надеюсь, что синички смогут туда залететь.